Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Глобальное потепление также влияет на экосистему Западной Армении. В Арцахе обсудили вопрос о расширении сети инженерных лабораторий «Армат». Российские миротворцы продолжают следить за соблюдением режима прекращения огня в Арцахе. Еще 40 сел и городов Сюникской и Гигаркуникской областей получат статус приграничных. На севере Ирака идут ожесточенные бои между курдскими боевиками и турецкими военными. Принимаются меры по предотвращению восхождения на исторические стены Тигранокерта в Западной Армении. Нам нужны управленцы, которые дают результат. Царо Саруян. На территории Западной Армении глобальное потепление чаще ощущается в виде недавнего изменения климата, истощения водных ресурсов и изменений в поведении некоторых видов диких животных. Температуры выше сезонной нормы в Западной Армении заставляли рептилий просыпаться рано зимой в сельской местности. Это указывает на то, что сезон размножения этого вида изменится из-за глобального потепления и может пострадать. В последнее время наблюдаются температуры выше сезонных норм. Под действием этих температур мы видим, что активизируются ящерицы и змеи. 10 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял участников программы инженерных лабораторий «Армат» во главе с руководителем проекта Седраком Вартаняном. Об этом сообщает аппарат президента Арцаха. Президент высоко оценил роль инженерных лабораторий «Армат» в повышении качества технического образования в Арцахе, развитии интеллектуальных способностей молодого поколения и приобретении современных профессиональных навыков, выразив надежду, что налаженное в последние годы сотрудничество будет продолжаться. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с расширением сети инженерных лабораторий «Армат» в Арцахе, реализацией ряда новых образовательных программ и инициатив. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, сообщает Минобороны РФ. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Российские миротворцы обеспечивают безопасность, возвращение граждан в места их постоянного проживания, движение гражданского автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров через Лачинский коридор. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 52 415 человек. Еще 40 населенных пунктов Сюникской и Гигаркуникской областей получат статус приграничных. Об этом заявил на правительственном часе в парламенте Армении министр труда и социальных вопросов республики Масроп Аракелян. По его словам, в результате список этих населенных пунктов примерно удвоится. Кроме того, планируется компенсировать владельцам земельных участков 50% платы за оросительную воду. Фермерам, чьи сады и поля находятся в зоне потенциального обстрела, власти продолжат полностью возмещать налоги на землю и имущество. Наконец, учебники здесь выделяются детям бесплатно, без предусмотренной годовой платы. Турецкие ВВС подвергли бомбардировке район Гаре провинции Дохук в иракском Курдистане, курдский автономный район Северного Ирака. Отмечается, что турецкие ВВС нанесли ночной удар истребителями и ударными вертолетами «Кобра». Позднее турецкие ВВС десантировали военных в районе Сияне, недалеко от Гаре. Вскоре вертолеты были вынуждены покинуть район Гаре после обстрелов со стороны курдских боевиков. По словам курдского источника, ожесточенные бои между курдскими боевиками и турецкими войсками продолжаются. 5000-летние стены в Тигранокерте в Западной Армении протяженностью в 5 километров, которые в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, часто упоминаются в новостях из-за большого количества смертей из-за падения со стен. Дело в том, что у жителей и гостей города есть огромное желание фотографироваться на стенах. Муниципалитет Тигранокерта вывесил предупреждающие знаки, чтобы посетители не поднимались на высоту от 10 до 12 метров, а лестницы были окружены металлическими заборами. Несмотря на эти меры предосторожности, люди продолжали подниматься, ломая железные заборы. Сейчас входы на лестницы закрыты с помощью барьеров. В интервью телевидению Западной Армении политолог Саро Саруян проанализировал текущую политическую ситуацию в Армении, обратив внимание на проблемы, требующие самого неотложного решения. Он рассказал об армянском менталитете, эффективности инструкции в системе государственного управления. Господин Саруян также отметил, что не нужно жить мечтами, это нормально, когда широкая часть общества живет мечтой, но власть не имеет на это права. Власти должны действовать прагматично. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Хайрен».
Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!